Давайте играть в открытую. Я согласен. Как вы хотите меня использовать? Нет, конечно, ваше дело решать. Но со своей стороны могу предложить одно дело. Оно мне по зубам. Нелегальная работа за границей. Я изучаю испанский язык и работаю на вас. Ну, скажем, в Аргентине. Скрываясь под личиной хозяина ночного кабаре. Ничего. Ну, о том, что я могу сыграть эту роль, можете не сомневаться. Вы меня видели на сцене? Видел. Так слушайте дальше. Днем от вас приходит человек и говорит. Человек, вам официант нужен? Ответ. Был нужен, да уже взяли. Человек. А может, и я на что сгожусь? Ответ. По-испански. Буйносайра шлемазл без самомуча. Ничего. А вечером в танце я передаю вам сведения. Смотрите. Это означает, ко мне приходить опасно. Ничего. Но как я умею хранить тайну, я вам только расскажу одну историю, и вам будет все ясно. Когда мне было 16 лет, я зарабатывал на жизнь уроками. Но вы можете помолчать! Да, конечно.